Доброго вам здравия, доброго вам краба. Сегодня последний день перед карантином. Отдаю сборки, какие смог наскрести. Разбор полный не будет. Будем смотреть детальки. Детальки 1650 супер. А потом следующая сборка 1660 супер. 1650 супер, что мне крайне не понравилось. Тут нет бэкплейта. Угу. Сейчас нагрузка идет. Карта относительно большая, бэкплейта нет. Хорошо это, нет, это хреново, это очень хреново, карта дорогая, а бэкплейт отсутствует, вроде нахрена, надо, так, ну не важно, или важно, так, это наша карта, да, вентиляторы тихо, эффективно, все хорошо, это же геймерг, это же бубльгум, что у нас, карта тихая по температурам, а 63 она получила максимум. Раскрутить не удается на большее. Так, по вентиляторам, а что по леаторам? Fan speed 29%. Ёхта, запас это сколько? Температуру можно смело снимать, добавив через MCI автобурный оборот по леатору. Видюха холодная, но без бэкплейта. Вроде все хорошо. 1650 супер компромисс производительности. Это порезанная 1660. Она 1650 обычной базы отличается кардинально своей производительностью. Так, все. Здесь короткая врезка по 1650 супер. Это гейминг Энтис. А потом будем смотреть, что с этим. Кстати, в этой сборке, где она? Samsung прогнал на чтение. BIOS матери старый. Крайне интересно. Samsung должен сейчас катать на 3000, а он катает на 1500. Сливается он относительно хорошо, на 20 гигабайтах. Вот он идет скорость, и потом бац, слился. Интересно, после прошивки BIOS, если хватит время, он исправится. Потом узнаем, чего. Все потом. А, Gamax 400 V2. Вот он. Синенькая подсветка, винтовое крепление на пластиковый бэкплейт. Под AMD эту хрень ставить не рекомендую, под Intel в самый раз. Здесь процессор 9700. Спокойно держит, максимум 80 градусов получил нагрузки. Так, SSD переставлен вниз. Скорость вернули, все как положено, все хорошо. Проверяйте, господа, что у вас по портам на матерях. Скоростной порт с полными четырьмя линиями PCI-Express 3.0 будет один, максимум два. И только на старших матерях их может быть три. Хотя это надо стараться. Вопрос уже здесь 12 линий PCI-Express найти. Здесь у нас две линии PCI-Express. Здесь четыре линии PCI-Express. Теперь он стоит внизу. Отсутствие на Prime A. Изначально делала скоростной порт вот этот верхний, а потом она его перевела вниз. Все, с этой сборкой закончили. Будем дальше смотреть. Последний день перед карантином, продолжаем работать. Пришел на апгрейд наш клиент Александр. Он покупал компьютер для рендера своей жене. 3D Max 32 гигов маловато. Поставили еще 2 по 16. В сумме у нас 64. Что есть особенного? Кулер Big White Dark Rock 4 и 4 модуля. Память у нас стоит одна и та же, только с разными радиаторами. Crucial Ballistic 16 гигабайт, 3200, 16 тайминг, который красненькая это Sport LT, а которая синенькая она Sport AT. Sport AT радиатор чуть-чуть выше, не знаю, будет это видно. Он чуть выше. Ради интереса поставил сейчас порт LT и AT вместе. Все работает. Профиль XMP как один прочитался. Память 64 гигабайта. Двухканальный режим. 1600 умножаем на 2. 3200. 16 тайминг. Соответственно, Command Rate 1T. По SPD-шке. Вот они идут. Так, и что по профилю? Профиля у них прошиты одни и те же. Да, XMP профилю
у этих модулей один, поэтому ничего менять потребность не возникла. Проще говоря, все встало. Все красиво. Спорт ЛТ, спорт ЛТ совместимость. Ставьте, радуйтесь. А спорт ЛТ ставить резон вот в таком случае, когда будет у нас посадка под радиатор, прям под низ. Хотя здесь и более высокие столбы, просто чуть-чуть приподняли бы вентилятор. Здесь, по сути, все осталось как есть. Вентилятор сейчас этот лежит на модуле. Так, все с этим есть. Инструмент. Коронавирус, что это? Что такое номеровой порядок? Это уже отдельно. Все. Дальше чего? А дальше сейчас тест. Тест моим. Очень хороший тестик, советую. Можно гонять кучу, соответственно. Да, моим тестом можно несколько циклов гонять. На первом не отобразить, время потратить. Здесь же у нас все очень быстро. И используем. Память работает. Прошлый баллистик на Samsung это хорошо. Под AMD это компромисс. Смотрим дальше. А дальше следующая сборка. Так, продолжаем разговор. Тест памяти закончился. Тестирование закончено. Ошибок не обнаружено. Хорошо. 18 минут 64 гига нагоняло. На больше времени отсутствует прогонять. Спорт ЛТ, спорт АТ совместимы. Ставим, радуемся. А это у нас производственная паника. Завтра праздники. Это не карантин, это праздники. Все будет хорошо. На РБК крайне интересно объясняют, что праздники это не форс-мажор. А аренду мы будем платить. Ладно. Что? Дальше едем. Дальше еще сборки и сборки. Пускай капает с неба вот эта фигня весь день. Все не капает. Сегодня последний день перед карантином. Уже подписывал бумажки. Завтра. Сейчас чего у нас завтра будет, а? О защите населения территории, о чрезвычайной ситуации в родной среде. Москва, введен режим повышенной готовности. Ладно. Капает с неба. Это у нас очередная сборка. Здесь чего интересно. В этой матери. А мать у нас идет. B450 Pro Gaming, мать хорошая, под Ryzen 5 3600, под 3700 она тоже подойдет, а вот под 3900 категорически не рекомендуется. И чего? В предыдущей сборке у нас скоростной порт был вот здесь, соответственно, а сверху был кастрат, здесь все наоборот, скоростной порт здесь, а вот это кастрат. У этого порта 4 линии на PCI Express 2.0. Делите на 2, это 2 линии PCI Express 3.0 по полосе пропускания, так, ну просто из интереса. Да, по Samsung он используется в сборке сейчас повсеместно. Народ стал брать Samsung пачками. Покупайте наших слонов. Так, что дальше? Очередная сборка уже подошла к концу. Что-то как-то закончилось все быстро. Думаю, будет прикольней. Аренду администрация обещает сделать перерасчет. Интересно, с чего бы, почему бы, что за расчет будет. Посмотрим, радует. Что сейчас делаем? BIOS шьем. Да, под AMD, под Zen 2. BIOS шить обязательно. Шейте, господа, BIOS. Когда вышла платформа, большинство порталов в хвалебных обзорах написали правду, и только некоторые написали, что вы стали кроликами. Да. После выхода платформы она дорабатывалась буквально на самих потребителях. Сейчас уже время с июня того года прошло много, платформа стабильная, но все равно шить. Слово говоря, данная мать пришла с биосом уже свежим. Прошит был 20.06, но еще много матерей, где биос идет старинный. Посмотрим, что сможет призма на кулере. Призма это призрак призма, штатный боксовый кулер от AMD Ryzen 5 3600. Что по температурам? По видеокарте погреем. Это 1660. Сейчас поставим Windows демку, настроим и будем гонять.
Последняя сборка в день перед карантином. Карантин принято у нас называть режимом повышенной готовности. Белое можно черным назвать. Тут главное, что будет дальше. По картам 16-60, супер, 16-50, супер. У этой бэкплейта отсутствует. Бэкплейт, он, получается, нужен не для охлаждения, а для жесткости карты. Мы берем про долгосрок. Карта может работать без бэклейта, долго и счастливо, очень долго и счастливо, но лучше, чтобы он был. Сейчас у нас 16-60 супер грузится. 16-60 супер грузится, что-то как это тавтология, ладно. 68 градусов, по вентилятору 43% нагрузка. Карта тихая, в этой системе самый шумный элемент это он. Угу. Призрак призмы от AMD в исполнении кулермастера. По картам 16-60 и 16-60 супер. У них различие идет по вычислительным блокам. Видно, что отличие есть. Дальше отличие идет по текстурникам. Текстурников, соответственно, тоже у супер меньше, но у супер больше полоса пропускания. Процессору для расчета нужны данные. Если нету данных, он будет простаивать. В итоге повышение полосы пропускания увеличит производительность. Где преимущество супер будет? Да не то, что преимущество, а супер будет идти на равных с тишкой в игровых дисциплинах. Очень часто именно так это будет происходить, если разрыв будет мизерный. Но в вычислительных дисциплинах, где требуется нагрузка, где нагрузка на блоки, соответственно, расчета, тут уже супер уступит. То есть, если у вас 3D Max, Maya, все что угодно, берите 1660, если по цене проходит. Что у нас по карте? По карте 68, по ней, наверное, хватит грузиться. Память Crucial Ballistics Portal T 2x16, заказано было 2x8. Пришел клиент Александр на апгрейд и рассказал свою историю, когда я отсутствовал. Нашей девушке, мама Жени, кажется, Евгения, и ее дочка решение изменили, хотя изначально 16 у них было в ТЗ. Пошли снимать деньги с банкоматом. А, да, по поводу порядка, вируса, эпидемии, пандемии, все что угодно. Наличность уже отменяется. Вирус, эпидемия – это инструмент. Инструмент манипулирования, воздействия. Наличность отменяется. Гриф. РБК уже слово гриф, по сути, перестает комментировать, или просто строчку ведет. Сбербанк переводит работу с юриками, физиками на удаленку. Про наличность все согласны, наличность надо отменять, разло, она приносит инфекцию. И тут как-то все весело совпало. Эпидемия, наличность. Но мировой порядок, инструменты управления. Да, и вирус, возможно, есть, возможно, он грозный. А, только причина. Причина образования и, главное, уже следствие. Следствие мы уже видим, а дальше будет еще хуже. Кому интересно, можете просто загуглите открытие туннеля в Швейцарии или швейцарского туннеля. Очень интересное видео, особенно в исполнении Russia Today. Да, там пропагандисты будут говорить, как надо поклоняться кому-то с рогами. И это делали лидеры Европы. Все связано. Есть такой протокол Агенда 21. Его принимали 172 государства ООН. Долго-долго подписывали, а сейчас он начинает приобретать уже очертания. Недавно Путина просили убрать... Не то, что к ним обращались, дети это не состояние собственности государства, нет, дети нахрен, а? Дети, и государство, ну, изменили трактовку, неважно, как ее изменили, суть одна. В этой трактовке снова отсутствует упоминание семьи, ребенок ценность, семья говно.
А если мы откроем протокол Агенда 21, там четко написано, цены семьи надо сокращать. Семья — это хрень, Семья — это ценность, это основа. Только семью теперь положено сокращать. Семья — это зло. Для государства главный ребенок. Так, вроде все так с компьютерами, что-то отвлекся. Что, сейчас по процу прогоним. Собранные сборки, самый шумный элемент — это призрак призмы. Да, такое красивое название боксового кулера от AMD. По температурам он Ryzen 5 3600 удерживает в своих рамках. Максимально пока 83 градуса, что мы получили. Боксовый кулер Ryzen 5 3600 показывает 92. В этом же предположении, то не здесь, а просто не в режиме Power. Power у нас нагрузка идет комплексная. А в Linux OCCT 19 за 19 год была сборка. С учетом, что максимальная температура была 95, он до 92,5 разогрелся за минуту. Стало интересно. Так, ладно. Держит и держит. Шумный. Призрак шумный. С RGB подсветкой. Здесь у нас корпус идет стенками закрытыми, поэтому не мешать мне. Но если у вас окошки будут, отключайте RGB подсветку. Имейте разум, сознание. Сейчас даже принято стало RGB подсветку с LGBT сравнивать, а LGBT оно уважаемо. Если я скажу, что дурное, то YouTube сразу забанит. Это реально уважаемая организация, уважаемое право быть, иметь. Видите, РГБ, ЛГБТ, такое сопоставление, ты что, дурак, что ли? Это же демократическая свобода права, ты не имеешь права осуждать. Это люди за это боролись, кровь проливали. Ну, вот такая тавтология, как можно внедрять. По поводу РГБ, новогодняя елочка разноцветная, все разноцветное. Выйдите в Тверскую вечером, посмотрите, она тоже вся теперь разноцветная. Это я про город Москву, столицу Российской Федерации. Или России. Все-таки чья это столица. Так, с подсветкой РГБ. Вот цвета из психологии влияния. Она есть. Вот. Через создание ключей в подсознании можно получить доступ и манипулирование сознанием. Ну, как бы так сказать, немножко грубо. РГБ очень популярный, его будут внедрять повсеместно. В данном случае кулер подсветка настраиваемая, ее можно изменить как угодно. Вот так это выглядит. То есть мы можем изменять, позитивные цвета выбирать. Голубой, желтенький, зеленый. Изменять призму. Так, здесь у нас что, отвлекся? Призма шумная. По температуре призма дает, она остановилась пока максимум 83. Мы сейчас берем максимальную нагрузку. Здесь она держит. Дайте просто пакет поскромнее. Linux от 16 года. Заодно тестовый пакет на 7000 прогоним. Должна быть минута с копейками. Во. Вот это наш размерчик. 73-72. Нормально, хорошо охлаждает призму. Так шумная. Шумная и хорошо. Как-то с мало совместимо. Короче, кулер на любителя. Чего далее? По видюхе вроде все рассказал, коротко, понятно. А пакет — интересный момент. Сейчас
карты, они все не запечатаны, коробки, ну, просто не запечатаны. Внутри они статический пакет. На пакете стикер защиты от вскрытия. Здесь он видно, следы вскрытия видны. К чему я эту сейчас тему завел. Это крайне редко, что MCI, стикер защиты от вскрытия, становится заметным. Чаще всего он просто спокойненько открывается. Так что на этот стикер надежды очень мало, неэффективно. Хороший стикер у карты Gigabyte. Там вот такой стикер, его открыть незаметно, Physics 5.0 отсутствует. Так, отвлекся. Так, что у нас? Минута 24. А WinRAR что показывает? WinRAR, тест быстродействия, хороший бичмарк. Да, по нему можно мериться. Хороший показатель. Можно мериться по AIDE, по тесту памяти, а можно по WinRAR. То, как может, так все за компьютером пришли. Удачи. Все, можно избежать вируса. Это вирус. Все, последний день перед режимом повышенной готовности закончился. Все раскидал. Что за режим повышенной готовности, к чему готовиться? По всему миру эпидемия. Эпидемия глобальная, эпидемия страха, эпидемия мозгов. Да, вирус есть, у него очень простой тест, колоссально простой. И проверить это очень сложно. Говорить об этом в открытую тоже как-то грубо. Люди же верят в то, что им внушают. Люди очень внушаемые. Куча людей, прежде чем тебе поздороваться, смотрят на руку и думают, анализируют. Да, я давлю, я играю с людьми. Большинство сдаются и здороваются. Сегодня двоих клиентов с масками заставил через лекцию снять маски. Они сами их снимали. Да, и спокойно дышали. А что ж до этого у них в голове было? Пожилые дети, у них сознание наиболее уязвимо, их легко очень внушать. Пандемия есть, пандемия в мозгу. Система нового миропорядка, она будет дальше ускобляться. Наличные средства уже отменили. Они будут отменяться по всему миру. Но это только присказка, сказка глобальная. На фоне того, что произошло, 9.1.1. Интересно, прикольные такие три цифры. После 9.1.1 права, свободу у американцев отняли, и они свободно их с чистой совестью сами отдали. Сейчас во всем мире права будут резать, убирать. Войска нового мирового порядка в виде Росгвардии нам помогут. Да. Сколько сутки в России умирает от обычной пневмонии? Кто-то может ответить? Вы удивитесь. Только в одной Италии более 2000 смертей просто. А сколько же этих 2000 идет от пневмонии? Сейчас очень удобно будет пневмонию под новый 19 вирус выставлять. Сейчас она будет увеличиваться колоссально, сейчас цифры пойдут расти, сейчас все пойдет. Это если что, дисклеймер, это все высказка, это все придурковатые мысли. Верить этому категорически нельзя, верить надо тому, что у нас информирует власти. Посыл какой? Думайте, анализируйте, снимайте маску, маска вас не защищает. Матерчатая. Маска для тех, кому уже кто заразился. Ладно. Маска, здоровый. Пандемия, вирус. Все красиво. Что будет дальше? Куда покатим? Интересно. Большинство думать, анализировать не могут, критический анализ отсутствует. Люди будут меняемы, что им скажут, и будут делать. Поэтому повторюсь, эпидемия очень страшная. Защищайтесь, одевайте маски, боритесь, самоизолируйтесь обязательно.
думать сложно. На этом фоне права какие? Права можно сдавать. Права — это хрень, которую можно подтираться. Ну, к слову говоря, интересный момент по поводу ключевого закона и плебисцита, хотя нет, какой, просто волеизъявление, да нет, да что же будет, ну как-то будем редактировать, там тоже будут кое-что редактировать, что, удачи нам пережить мировой травл, хотя это только начало травла, порядок будет строиться и дальше, но мировой порядок, если вы хоть чего-то понимаете, постарайтесь погуглить. Можно Google, Яндекс, что угодно, YouTube смотрите. Агенды. Интересные вещи. Даже не скрывают, что это такое. Так, все хорошо. Кампы мы сдали. Залман X3 еще товарищ принес. Подсветку включить не мог. Опыта сборки 0, но мозги проканифолил. Еще более моменты.